Дорогие друзья, еще раз давайте поздороваемся сегодня. Второй раз уже. Так. Давайте еще раз поздороваемся. Всем привет. Меня зовут Илья Мэдисон. Сегодня 23 января 2016 года. И мы сегодня будем допроходить Лару Крофт. Я очень надеюсь, что я за сегодняшний стрим успею это сделать, потому что мне надо вечером уйти будет, часов в 10. Я бы очень хотел уже начать, но дело в том, что я, как вы знаете, починил второй компьютер, поставил его на кухне и в основном сижу там, чтобы, ну, моя девушка могла играть на этом. И теперь компьютер вылетает, вот этот основной, вылетает. У него глючит антивирус, почти не работает Google Chrome. Я вообще не понимаю, что произошло. Я не сидел за этим компьютером всего неделю. Поэтому если сейчас не заработает, опять все вылетит, опять слетят драйвера от видеокарты, видимо, криво обновленные, либо еще что-нибудь такое произойдет, то я, наверное, пойду все-таки отдыхать, потому что у меня просто сил нет, и завтра я буду переставлять винду и просто запрещу трогать компьютер, а отдам тот, что на кухне, наоборот, то есть как бы будет смена мест. После брата всегда... Я просто в шоке, если честно, я не знаю. Почти ничего не работает. Технику отдавать кому-то, это, блин... У монитора отвалился экран, держится теперь только на проводках, которые, типа, это... Соединяют его с клавиатурой, компьютер еле работает вообще. Да, по поводу сегодняшнего стрима я сказал, завтра я постараюсь завести и в разные игры поиграть. В Евротрак очень хочу поиграть, давно этого не делал, блин. Мне игра громковата, но я просто боюсь ее сворачивать. Я почти уверен, что она снова вылетит. Ладно. Как бы поступить-то? Сейчас я посмотрю, может быть, есть вариант в окне ее запустить. Нет, только... Ну, в смысле, в окне без рамки, к сожалению, такого варианта нет. Давайте помолимся, иначе мне придется снова здороваться. И снова все объяснять. А, черт, потерплю громкую игру. Лучше так. Внимание, если вы закрутите данные с последней стоянки... Вот этот последний сейв. То, что мы на прошлом стриме дошли. Почини чат. Чат не работает. Ничего не могу с этим сделать, чувак. Я не могу свернуться из игры. К сожалению. Будем без чата сегодня. Так он работает, чат, о чем ты говоришь? Он. Все обновляется. Машинатор сраный. Игру хоть немного слышно вам? Хром не играл, игра 2005 года. Нет, в говно 2005 года играй сам. Я свою позицию по старым играм давно уже объяснил. Я не играю в игры, которые старее, чем твоя мамка, поэтому 2005 игры 2005 года, которые нравились тебе в детстве, я играть не буду. Это все говно. Вот прием в братство, это да, штука жесткая. Там такая фишка, он как говорит: измени, пожалуйста, способы оплаты. Ничего менять не буду, меня все устраивает. Я зарабатываю с помощью таких способов оплаты. Отличные бабки, поэтому я ничего менять не буду. Еще чего удумал? Меняй. Сам меняй. Заведи свой стрим и донать себе сам, как тебе удобно. А у меня такие донаты. Я уже почти Рокфеллер с помощью них. Так, окей. Да, пару слов, наверное, для тех, кто пришел и прошлого стрима не видел. Короче, мы играем за Лару Крофт. Она потерпела в экспедиции, попала в неприятную ситуацию. Экспедиция потерпела крушение рядом с островом, на котором какие-то сектанты, которые верят в японскую императрицу. И всех ее друзей заовнили и теперь едят их.
Будешь менять оценки игр, табличку. Ну, я буду добавлять новые. Все старые оценки абсолютно справедливы. Если кто-то думал, что Ведьмак заработал больше, чем 0 баллов от того, что я поиграл в него 24 часа, он ошибается. А новые игры я добавлю как-нибудь через месяцок. Че ее каждый день-то обновлять? Какой-нибудь бездушный ублюдок обязательно бы пошутил на тему Ленинграда и блокадников, но я не такой. Я не такой, поэтому я отказался от этих шуток-шутеечек. Ну я не знаю, здесь можно будет пройти стелсом, поэтому... Оп. Ну и что такого? Я могу и пощуриться. Я просто могу вообще не считать донаты с PayPal. И вообще мне не нужны эти донаты, ссаные, успокойся. Для донатов стримит только тёлки. Говорящий донаты запили, пердящие донаты сделай, понизь. Цену, повысь цену. Это твой дом? Они мне напоминают, знаете, ипотечников, которым дали, наконец, квартиру там, и они наконец-то выплатили ее. Парень, ты же такой же, как я тоже была в путешествии. Прекрати. Ты только что был красный, весь в крови, только что помылся. Ну, типа того. У женщин, знаешь ли, это быстро проходит. Пару дней и все. Я милостив. Воды и пищи не будет. Прикольная локация. Я говорил, что в этой игре эндуро отстойные, но надо честно признать. Здесь как-то стремновато. Напоминает чем-то Evil Within. Помните, я как-то играл в эту игру. Но она мне не особо понравилась. Да, похоже, на этом острове часто овнят корабли. А японская императрица Пимика здесь всем заправляет. Я, по-моему, кругами начал ходить. Так, давайте. Ага. Нет, вы знаете, похоже, что не кругами. Похоже, что я закольцовываю, как бы, свое приключение внутрь. Точно? Вам точно не громко там, не все такое? Молодые люди. Потому что мне очень громко, но я готов терпеть, лишь бы ничего не вылетело. Так, огненные стрелы. Но сюда их смысла давать нет. Как и сюда. Давайте подумаем. Удачного стрима, сердечки сегодня показываешь. Сегодня без веб-камеры, мне лень, я же сказал. Че ты такой тупой? Спасибо за донат. Так. Может быть, просто с дробовика выбить эту дресню? А, у меня нет дробовика. Давайте попробуем все-таки стрельнуть огненной стрелой. А, теперь... Угу, теперь можно, окей. Нет, и тогда, естественно, было можно, но почему-то указатель не подсвечивался, поэтому я подумал, что это не самое правильное решение. Вообще, я очень тупой, на самом деле. Мне тяжело играть в эту игрульку. Я бы убавил слегка. Отлично, давай убавим тогда, действительно. Да, и тогда действительно убавим. Ненавижу, когда игра громкая. Громкость речи и звуков. Так, громкость музыки я бы еще меньше сделал. Громкость голосового чата, что это такое? Тут есть сетевой режим. По-моему, я переборщил. Илья, здравствуй. Будешь ли ты стримить о Чапи from Tarkov? PS, удачного стрима без... Чапи from Tarkov?
Ну, я, наверное, стримить-то буду, но я думаю, что игра будет полным говном, вообще просто нереальным, забей. Что-нибудь типа Infestation или как это параша называлась. Нормальных девушек, которые стримят не за деньги? Нет, конечно, чувак, нет, конечно. Я не знаю нормальных девушек, начнем с этого. А стримить не за деньги, это уже совсем... Легче найти умную женщину, наверное, чем стримящую не за деньги. Так, ладно, все, берем мышку в руки. Асфиксейшн мне вчера рассказывал, что можно все пройти стелсом, но... Твою мать, сейчас умру, нет. Немного порегенимся. Мэтт, так, это я уже спрашивал. Как же Ксюша? Ксюша стримит за деньги, как и все женщины. Пополняет семейный бюджет. Ну, я, конечно, шучу, но, понимаешь ли, не у всех девушек мужчина Мэдисон, как бы. Понимаете, в чем дело, да? То есть самый богатый, самый красивый человек, и больше не к чему стремиться. Совершенство уже найдено. То есть, если у меня будет следующая девушка, ей тоже можно будет стримить в свое удовольствие. Не парясь. Такие пироги. А все остальные вынуждены зарабатывать. Звук чуть получше стал или еще потише сделал? Только давайте так. Звук реально должен быть намного тише меня. То есть, если хоть немножечко во время перестрелок меня плохо слышно, то я бы хотел еще понизить. Что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Нормальное соотношение. Идеально. Все окей. Надолго. Я хочу, чтобы ты знала. Все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и Алиша? Но не со зла. Я не смотрю эти документы. Вообще, игру, наверное, прикольно пройти на 100%. То есть, все хорошо, идеально. Ладно. Ну ладно, ребят, я доверюсь вам. Потом на записи опять буду еле звучать на фоне этой дресни. Так, игру, наверное, прикольно проходить на 100%, вникая во все, что здесь происходит, раскрывая, так сказать, тайны этого острова. Ну. Как же это произойдет? Нет. Не то немного. Возможно, мне надо разбить этот. Тогда подгорит мотор. Нет, мотор не подгорел. Полезли. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, во-первых, можно сбить ништячки. Какие эксклюзивы на плойке интересны мне? Да никакие! Мне вообще не интересны консольные высеры. И только с точки зрения того, что, ну, я не знаю, выйдет какой-нибудь Uncharted и будет хайп для того, чтобы, ну, типа, просмотров собрать на стриме. Консольные игры полное говно, чувак, как и сами консоли. Это только даунам кажется, что я выпендриваюсь и типа того. Вы находитесь под воздействием пиара всяких идиотов, которые рассказывают вам про консоли гейминг, сказки. Вау. Вот этот вот веер из черного шелка, который атрибут погребальной церемонии высшей знати, он намного полезнее PlayStation 4. Если бы у меня дома был этот веер, я был бы намного более самодостаточен, если бы у меня был этот кусман говна пластмассовый, который я включаю раз в 50 лет, и то, чтобы, я не знаю, там, в FIFA поиграть. Я даже ни одной игры не назову, которая мне реально понравилась на PlayStation, которая у меня 3 года валяется. Last of Us более-менее, но и то я бы не сказал, что это прям лучшее, во что я играл. Но на фоне No Games, который есть на консолях, Last of Us это просто божественная игра. Я даже не знаю, насколько она крута, как вам описать ее крутость на фоне помойки, которая представляет из себя остальные игры. Так, дайте думать дальше. А что тут думать, все понятно.
Как-то странно навешали, блин. Клеток, а по сути это все, что надо сделать, это здесь залезть. Непонятно. Ну да ладно. НС сейчас пишет, короче. Типа, спрашивает. Ну, говорит, пойдем в бар. Я говорю, пойдем, так вечером мне надо Tomb Raider допройти. Он говорит, понятно. Типа, а нафига ты в него вообще играешь? Я говорю, ну не знаю, типа, ради прикола. Скоро новое выходит. Точнее, я не стал писать, скоро новое выходит. Просто скинул ему прошлого стрима кусок. Он такой, типа, похоже на тот, который я 2 года назад играл. Нифига не изменился. Я говорю, это он и есть. Забавно просто то, что люди уже думают о новом Tomb Raider и все такое. Ребят, заканчиваем базар. Заканчиваем базар. Тут действительно много интересных мест. И, насколько я понимаю, для задротов, которые любят вышки открывать там, или просто сидеть, слушать контент какой-нибудь связанный с игрой, типа разговоров врагов, для них просто 10 из 10 должна быть игра. Так. Но тут нет таких, конечно, убойных задачек и головоломок, которые были в классических Tomb Raider'ах. То есть это попкорновый продукт, потому что первые 3 Tomb Raider'а, которые были в те еще времена, первый вообще, по-моему, под DOS даже запускался. Второй, третий, Win95, Win98 эпоха, соответственно. Я могу сказать, что это были игры, которые вообще без солюшенов пройти было невозможно. Как он услышал? Хорошая звуковая система у бомжа. О боже. Черт, а. Вот в перестрелках эта игра не самая простая, прямо скажем. Не из-за того, что перестрелки прям суперсложные, а из-за того, что соперники постоянно закидывают вас коктейлем молотого, еще каким-нибудь говном. А целиться неудобно даже с мыши. Про геймпад я вообще молчу. Наверное, можно как-то автоприцеливание включить. Лару Крофт запиливают при этом с одной очереди. Вот так вот, например. Причем он уже не мог стрелять в меня, потому что я попал в него из лука. Ну, то есть он... Хотя, знаете что? Блин, дайте с последней контрольной точки. Чувак, ты даун просто забей. Ты купил говно и пытаешься оправдать его, что там что-то есть на нем. Это вранье абсолютно. Ты выкинул 30 тысяч или сколько стоит этот параши. Quantum Break этот, я даже не уверен. Последнюю игру видел от Remedy, Alan Wake? Такая же параша будет. Но это на Хуане, правда. Ну чё, веруны? Сейчас бог вас накажет. Или нет? Лол. Что такое? Чё не взорвалось-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Откуда? Все хорошо. Ларка, конечно, молодец. На все руки мастер. Главное ей не доверять. Компьютер, а то уверен, глючить все будет. Интересно, как чувствуют себя люди, которые встречаются с косплеершами, Лары Крофт? Ведь косплеерши Лары Крофт — это самая безблагодатная тема вообще, которая может быть. Они все одинаковые и постоянно тусят на всяких игромирах. Вот эта нелепость такая. У них все фотки в альбомах. Они реально как будто зависят от персонажа, которого косплеят. Такая умора. Так, где здесь можно... Заработал премиумы. Не активируйте. Напоминаю, не активируйте премиум. Кто-то думает, что я... У меня в личке сообщение поехавшего, что я это...
стремлю на Good Game, потому что у меня был какой-то договор там с кем-то. Нет, конечно же. Я просто уважаю людей, которые активировали деньги, потратили в этом месяце, пусть и 79 рублей, поэтому я не собираюсь их кидать, как котят детдомовских. Ни то, ни другое, мое мнение абсолютно. Как бы такое вот. Можешь купить себе Nintendo Wii U и играть в Mario Maker. Это хоть немного оправдает. Так, окей. Вложенные деньги, она дешевая, и в ней есть Splatoon и Mario Maker. Какая-то нелепая, на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо. Это пердаки консоли даунов взрываются, когда я говорю о консольках. Господи, да потише. Голова ж болит. Так, ёп твой. Да тихо. Да чё началось-то? Геймпад дрожит, и мы бежим на волю. Чувак, ты мне сейчас спасибо скажешь, если сэкономишь 30 кусков, не купив говна этого. Серьезно. Сейчас ты можешь негодовать, типа, да как же так, консоль моя мечта. Я хочу играть в кинцо. Но потом ты скажешь мне спасибо. А можно мне? Я люблю всякие такие штуки. Развратненькие. Чертов идиот. Клетка это уже перебор. Перестраховывается с тех пор, как сбежал старика. Не знаю, я, наверное, их просто перебью. Что-то я не вижу ничего интересного, во что можно шмальнуть. И что теперь будет? Хотя... Императрица, она наконец уведет нас. Ладно, давайте просто их перебьем. Выключите черно-белый режим, пожалуйста. Алло. О, Гарри Поттера спасаем. Ё-моё, я все думал, зачем мы сюда пришли. Да, завтра, если стрим будет, если я сегодня не набухерюсь очень жестко, то я разыграю завтра 4 ключа на Punch Club, кстати. Илья, обожаю твой стилс. Идеальный мир. Да. Мир, в котором ты проходишь все игры стилсом. Да. Спасибо тебе за те недолгие минуты, когда ты стилсишь. Люблю тебя. Благодаря ему я здесь. Понимаете, я приверженец интеллектуального стелса. Там. Там отойти, обойти. Спасибо большое за донат. Доллар, точка, 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 грязная зеленая бумажка, точка, 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 все перевести в рубли. Спасибо, Хостик. Я твои 100 рублей записываю на счет поддержки рубля. Да, мы сегодня тоже поддерживаем рубль, как вчера у Ярика на стриме. Хэштег рубль должен жить. Кто, если не мы? Что они там делают-то? Лара, здесь происходит что-то странное. Ребят, не вылезайте сами, подождем лифтера. Я знаю несколько историй про то, как люди пытались из лифта вылезти своими силами. И в итоге вылезала только половина. Так, оп. Оп. Еее. Оу. Спасибо, спасибо. Все едва держится. Пол уже ходуном ходит. Не думай об этом, Лара. Просто вытащи нас. Отлично. Блин, какие беспомощные друзья у нее, конечно. Просто говнари. Прыгай. Мы не будем раскачивать. Прыгай, мы не будем раскачивать. Ну хорошо, не раскачивайте. Сейчас не время раскачивать, я это видел по телевизору. Те, кто раскачивают, это предатели. Оп! Ага. Так, что теперь? Второй противовес. Он закреплен вон там.
Секундочку. На чипсы со вкусом бекона и ананасовый сок. Спасибо огромное, Little Dwarf Girl, за 300 рублей. Обязательно блевану в честь тебя ананасовым соком. Кстати, интересная тема. Вы знаете, что у Little Dwarf Girl, оказывается, есть Инстаграм на 1500 подписчиков, где иностранцы находят ее по хэштегам чулки и фапают там на ее фотографии. Привет, Илья. Ларка, пишут ей beautiful. Я лучше посмотрю запись видеострима мейкера по Ксчем и Нем и Уитен на суперсложности. А ты сам никогда не играл в Ксчем или не хотел постримить Ксчем 2? Не, ну это для геев игры, как бы. Я, конечно, рад, что Майкер играет, но это же для геев, понятное дело. Так. А если сюда? И не то не сработало, да? ПК выйдет дороже для современных игр, чем 30к. Поиграть хочется, поэтому я куплю PlayStation и буду тратить по 5000 на игры, которые выглядят хуже, чем на ПК в 10 раз, говно. Полное. В разрешении 1080 и 30 FPS, потому что я умный бизнесмен мамкин. Обманул весь мир. Давай, удачи, чувак. Удачи. С консолями, придурок. Так. Так. А может мне надо так, типа, опа, а пока она шатается там, опа. Нифига себе. Вот это я интеллектуал, ребята. Сразу видно умного человека-то. Консольки не любит. Задачки решает. Я могу только за... Нет, не буду за это хвататься. Да нет. Ребят, вы начали думать о моей осторожности? Да ё-моё. Да-да-да. Господи Иисусе. Сейчас, ребят. Шевели задний. Кто это сказал? Что за мразь? Тварюга. Шевели задницей. Я вообще мог сюда не приходить. Неблагодарные пидорасы. Да ладно, не переживайте обо мне. Бегите, бегите. Я-то вылезу как-нибудь. Береги себя. Спасибо, блин. Я помню, Виктор Гусев, комментатор Первого канала, любил. Говорит, берегите себя. Сегодня наша команда проиграла Лихтенштейну 2-0 и не вышла на очередной турнир, но это не повод отчаиваться. Будут еще новые старты. Берегите себя. Да блин. Че началось-то? Майкл Бэй, что ли? Взялся за игру. Парням не повезло. Какие, кстати, заметьте, какие они большие. Я в
вчера об этом не говорил, но их, походу, здесь неплохо кормят, потому что мне всегда казалось, что здесь здешние противники, они имеют комплекцию Чубаки, то есть огромные просто. Какие-то жирные, с большими головами, огромными телами. Да я иду. Так, окей, я понял, куда. Новая императрица в храме. Слушайте, может, дослужусь действительно до титула, раз уж на то пошло, раз уже верить начинают, что это я вызываю стихийные бедствия на острове. Пригорел, значит, проиграл, братан. Так. Матиас. Угу. Вот Матиас, это типа чувак, который всей сектой верунов в императрицу заведует, насколько я понимаю. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Трудно сказать. Трудно сказать. Чё моя задача-то заключается? Найдите Сэмми. Спасибо, Митрич, спасибо. Спасибо. Спасибо за 100 рублей. Да, рубль должен жить. Это, наверное, твоя месячная... месячный заработок свой на Твиче отдал мне. Оп. Что-то меня только друзья донатят, настолько я мерзким стал ублюдком, что обычные люди уже никогда денег, по-моему, и не зашлют. Как этот, помните, мэр Харькова-то, которому уже больше не верят. Здравствуйте, господин Мэддисон. Прошу вас, передай привет моему приятелю Вэдсу. От всего сердца желаю вам здоровьечка. Какому приятелю, чувак? Я не вижу сообщения. Мне показалось, что там было сказано передать привет твоему приятелю Пенису. Я честно не вижу. Вот, то есть, сейчас я не могу посмотреть на второй монитор, потому что я прыгаю над телом. Но приятели не выбирают. Пенис, привет. Так. То ли Денису, может быть. Денису, наверное. Или... Ну, не мог же приятеля Винус звать, как знаете. I'm you, Venus, I'm you, fire. Так что, скорее всего, все-таки Денис. Единственное имя, которое на пенис похоже, поэтому, да. 78, да? Вы не стали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Мэтт, будешь ли ты проходить Assassin's Creed, Chronicles, Indias, русская выручка? Честно говоря, похоже очень на то, что вот этот Assassin's Creed в Лондоне, это был последний Assassin's Creed в моей жизни. Ничего не хочу сказать плохого, но... Мэ, Assassin's Creed, мэ... Я еще предполагаю, что вот этот новый Том Клэнси, который тоже 28-го в открытой бетке будет, это последняя, наверное, игра от Ubisoft, в которой я буду играть. Хватит с меня просто, реально, хватит. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это... Забаньте Митрища на 30 дней, пожалуйста, спасибо. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие. Лол, вот этот поворот. Они, оказывается, не просто так всех схватили, а потому что японка с нашего корабля в ее крови... В ее крови течет кровь Пимика. Спасибо, ребят. Ну, это да, он уже реально утомил. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно. Мы все здесь в ловушке, но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас. Многие отдали свою душу за этот дар.
Это они про нее говорили, новая императрица, блин, а не про меня. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее. Дмитрий. Это отличный был сторож из Дмитрия. Новая игра от Ubisoft в говно. Конечно, любая игра от Ubisoft в говно, они просто не могут нормальную игру сделать. Я просто говорю о том, что, ну, типа, хватит уже вестись на это. Самое адовое говно, на мой взгляд, это Rainbow Six Siege, потому что в него еще люди играют и ставят ему хорошие оценки. По-моему, это просто самая говняная игра вообще в мире. Я как вижу, как какой-нибудь кекс заводит эту байду, меня прям блевать тянет. Я просто не знаю, зачем люди на эту срань свое время тратят. Такого говнища вообще в жизни не видел. Call of Duty, блин, мультиплеер интереснее, ну seriously. Seriously. Far Cry 4 неплохой был? Не знаю. Вот эта игра повеселее. А ведь и она, я бы не сказал, что лучшая, во что я играл. Что-то опять громко стало, блин, она как будто со временем все громче и громче, чтобы напряжение... Подчеркну я. Возьмите ее. Блин, ну что так громко-то, я не понимаю. Вот, вроде успокоилась немного. Потише еще немного сделал. Где этот говнюк там сидит? Там что ли? Твою мать! Блин, возьму лучше дробовик. Перестрелки, конечно, тут порой не прощают. Удачного стрима. Спасибо. Такой же все, так и мерзкий тип этот Вова ПГГ. Прям как всегда, только хуже. Люди разные бывают, к этому надо относиться проще. Я не согласен, так что... Ну, в любом случае, спасибо за донат, Симп, по-моему, твой ник. Я перестал читать ники донатеров, но я исправлюсь, ребят. Я исправлюсь, когда геймплей будет не настолько... напряженный. Понимаете, враги везде, и трудно... трудно собраться. Боже. Как же я плох в перестрелках в этой игре. Это просто невыносимо. Где мой пистолет? А, вот он. Я его апгрейдил вроде. Может, с пистолета развалю. Да, он иногда бывает пенис. Привет тебе из Бурятии. Поднимаю чашу пенисов в твою честь. И заем лепешечкой скажу. Спасибо, Синер Влад. Я не знал, что у вас там есть кумыс, но привет всем. Привет всем. Удачно раскумыситься. Я никогда кумыс не ел, но ой, не пил, но думаю, очень вкусно. Очень вкусно, думаю. С радостью бы попробовал. Барановича, наверное. Я не вижу просто. Сакура, спасибо. Сакута. Спасибо. Я слышал, в Барановичах два таксиста выпили 18 бутылок водки. Один из них умер на второй день, а второй думал, что он спит. Хороший у вас город. В Якутии тоже есть кумыс. Похоже, что кумыс есть почти везде, на самом деле, кроме Москвы. Я сегодня в Чихану пойду и попробую заставить узбеков сделать мне кумыс. Посмотрим, что из этого выйдет. Это же, насколько я понимаю, какое-то козье молоко со спермой. Там я кипяченое. Спастись из пекла. Блин, ну и кал. Ненавижу спасаться из пекла. Ну, в том плане, то, что я не люблю уровни, которые горят, и надо там бежать куда-то. Вот это все. Ну, вы знаете, я уже говорил об этом. Ну, тут какое-то, знаете, пекло такое. Не очень.
Вот когда я был во Вьетнаме, когда нас туда... О боже, о боже. Когда нас отправили в Вьетнам помогать вьетнамским летчикам. В какой-то момент нам пришлось, потому что разбомбили аэропорт, на котором мы дислоцировались, нам пришлось воевать, участвовать в наземной операции. Вот это было действительно пекло. Хорошо, что вьетнамцы умеют сражаться как настоящие мужчины, и нам... Снимаю обучающие видео по психологии на этом канале Симплепса, делаю хороший контент для студентов и малых финансовых возможностей. Да, и для Ларина, наверное. Пиарь, пожалуйста, извини за такое. Не, я пиарить говно какое-то не буду, это отстойный канал, я уверен. Купить лучше рекламу у Хованского, он и не таких даунов ставит в начале ролика. Да, так вот, что я хотел сказать-то? Ну, в общем, победили мы американцев тогда, да. А потом все вместе вьетнамских баб лапали. А что касается канала про психологию, ну... Чувак. Психологи — это самые главные дармоеды. Они наоборот, курс рубля роняют своим существованием, потому что это вообще работа, за которую они не должны платить, потому что психология — это лженаука. Абсолютно. Как и философия. Это все выдумки. Для того, чтобы маргинал мог сидеть в скайпе с какими-то ублюдками и обсуждать черт знает что. Да блин, умри уже. Какой чувак, а, назойливый. Но он был роботом, я с него запчасти подобрал. Я серьезно про Вьетнам, конечно, серьезно. Ну, естественно. Или про психологов. Тоже серьезно, абсолютно. Блин, а тут какой-то... А, ну, если честно. И что мне делать? Но это безидейно на самом деле, поэтому давайте пробиваться вперед. Как на пляже Омаха. Омаха, бич. Так. Я тебя уработаю, вот эта фразочка. Прям как Иван Матросов на пулеметный дот. Ну что, отец Матиас? Вот мы и встретились, и пушка-то у меня... Ой-ой-ой-ой, верните пистолет! Большой, огромный пистолет. Ну, РБ. А, РБ, нифига себе. И чё, и все? А что с ним произошло? Чё мне не показали? Показали, как кокулька летит это. Чё произошло-то? Он живой, папри? А, я не попал, я понял. Как смешно она-то. Илья, почему сейчас у всех разработчиков игровая эмпатия? Кто даунгрейдит графику до уровня 2007 года, кто выпускает по частям игру, а денег просит как за золото. В общем, полная жопа. Игорь реально тонет. Из-за тебя, чувак. Потому что ты ноешь. И они как бы чувствуют твое настроение, такие, мее. Вот для такого говноеда мы будем стараться. Тох, ты все равно расхвалит за 500 баксов любую игру, так что чё париться. Сделаем кокульку. Так. Где мы? Нажмите РБ при прицельне, чтобы сразу разрушить металлические проходы. Окей. Выключите черно-белый режим, спасибо. Убирайся!
Ублюдки! Это Лара Крофт горит? Или китаянка? Fuck off. Get the fuck off. Так, отлично. Давайте пистолет возьмем. Сколько у меня патронов? 20 штук. Пш, хедшот. Я уже даже привыкать начинаю. А, черт! Нет, 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 я еще живой! Только не кидайтесь, только не кидайтесь, пожалуйста, парни. Спасибо. Блять, у них динамиты как на рыбалке, я серьезно. Слушайте, у меня действительно есть гранатомет, а как его достать? Блин, чуваки. Понятия не имею. Потом я еще удивляюсь, что в Counter-Strike ни в кого не попадает. Так, давайте залутаем, может быть, запчасти какие-нибудь там, пистолетные, патроны, все что угодно. Пригодится. Сори, что так без анонса начал, но действительно, мне надо прям надо эту игру закончить до 10. Иначе меня друзья не поймут. Я обещал с ними посидеть, но и с вами хотел посидеть сегодня. Понимаете, насколько я компанейский парень, который любит компанию, вас и всех вообще на свете. Не перестану себя хвалить. Может, если постоянно себя хвалить, то люди подумают, что ты хороший. Так, здесь мне все-таки придется понять, как мне достать огнемет. Точнее, этот. А, все, понял. Она стреляет. Нажмите РБ при прицеливании. Так, блин, а как его... Чуваки, кто знает, как гранатомет достать? Я вообще понять не могу, что от меня хотят. Гранатомет от подствольника винтовки... А, автомат, понял. Достань автомат достань. Да, все, все, спасибо, спасибо. Я вообще невнимателен был. В тот момент кто-то донатил, и я такой, мей. Не подходите ко мне. Идем с нами, мы тебя не обидим. Да, блин, я бы отдал эту японку им, но если она так нравится им, если им, если им кажется то, что она их императрица новая, ну разве ей плохо будет здесь жить? Ей бы скармливали самых вкусных детишек, которые разбились на этом острове. Лара могла бы здесь забраться. Эту фигню специально сделали, чтобы она стрельнула в нее. Это искусственная преграда. По юмору, наподобие... Какие... Чувак. Есть одна разница. Чувак, из моих видео люди действительно могут чему-то научиться. Давай. Давай закончим. Давай закончим на фразе «У меня есть ролики по юмору». Все, дальше ты можешь мне ничего не рассказывать о себе. Я уже сделал выводы. Прости, брат. Удачи тебе в роликах по юмору. В непростых и тяжелых. Блэк хумор, надеюсь. Черный юмор в скобочках. Играешь как Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Я и есть. Просто никто еще не знает об этом. Да че они не взрываются-то?
Блин. Дайте мне пистолет, просто дайте мне пистолет и все. Блять, я его потратил почти весь. Ну ладно, и у господа бывают ошибки. Посмотрите на Сергея Зверева в конце концов. Дайте просто расфигарим всех подствольником. Сириусли, мне надоело. Сириусли. Не получилось что-то. Блин, их не так много на самом деле. Не, лучше так расстреляю. Вот тот чувак, он просто ужасен. Он умер уже. Окей. Только не кидайтесь. Ну да я ж просила. Не. Я не знаю, как воевать в этой игре. Постоянно закидывают каким-то говном. Невозможно метр пройти, чтобы тебя кокулькой не кинули. Ну просто сил нет никаких. Ну чё за срань-то началась? Всем нужна помощь, время непростое. Так, надо понять одну простую истину. Вот сейчас мне, пожалуй, подойдет говномет. Это я на геймпаде чувствовать. Ай-яй-яй. Блин, они бы еще за родину, за Сталина кричали, и там снова отрезался автоматчик. Как же тяжело, сука. О, боги мои. Как же тяжко. Это рили очень тяжелая игра в плане перестрелок, я не шучу. Эти закидывания гранатами мне ночью будут сниться. Как и точность врагов. 500 рублей. Хочу стать серебряным петухом. Я скоро уйду отсюда. А ты останешься серебряным петухом навсегда. Спасибо за донат. Спасибо за подписку. Блин, надо, наверное, вот сюда куда-нибудь умотать, чтобы они меня не трогали. А теперь... Теперь интеллектуально раскатаем их. Идите сюда, суки! Я с дедовской... С дедовским ружьем сейчас вас. А ну! На-на. Мразь, это тебе не кидаться динамитом в беззащитную женщину. Че это? Еще кто-то? Кто там тужится? Чё это за звуки? Ё-моё. Попустись, мужик, ты чё? Это я все должен был в идеале, видимо, на том пятаке раскатать. Угу. Ё-моё! Почему вообще все горит? Дождь идет. Где они? Там вроде кто-то сидит. А вот этот вылез снова. Господи, боже, что за ад?
Запрыгивай! Как же она тупит еще вот в такие моменты, просто я даже описать не могу. Я еще тут, как и вы просто бессмертные, походу. Наконец. Понять, где она горит, где не горит, очень тяжело выйти из горящего говна. По твоим советам стал пить только водку. Да. Друг на ДР подарил виска. Засунем ему в анус ему. Я не вру, чувак, я никогда не вру. Я сам пил вискарь, и теперь, когда мне предлагают вискарь, блевать от него хочу. Он воняет бабкиными трусами. Потому что это и есть, блин, самогон вонючий на бабкиных трусах. Ну это уже совсем какой-то посос. Что за бред вообще? Когда это закончится? Я уверен, когда я горел на том уровне, с тем, помните, на коричневом уровне, чуваки такие, впереди-то еще вот это вот, вот он мудак горит там, мудень тупорылый, он еще не знает, что его ждет. Я даже не вижу его, он в тени деревьев каких-то, блядь, вылезай, сука. О боже. Блядь, он вылезает только, чтобы кинуть свою дресню, серьезно. Вылези. Спасибо. Спасибо. Все, что ли? Он живой? Господи. Там еще один. Откуда? Блядь. Вы заманали. Ну, честное слово. Сколько можно-то? Пощады. Здесь не хватает только монстров, которые бегут на тебя и взрываются, как в серьезном Сэме. Самое печальное, это что здесь нигде нету автосейва и... Просто любой молотов, залетевший в тебя, может спровоцировать этот уровень заново начаться. О, слава богу, здесь точно был автосейв. Как оригинально. Давайте повторим эту штуку с перебегом от пулемета. Наверняка в первый раз людям не хватило. Но оно и понятно. Повторение мать учения. Привет, ребят! Извините, извините. Надо было сразу с дробовиком прыгать. Воу-воу-воу-воу.